Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1987. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик. Проще. Нефрит. Ну и? Гостиноу. Ребят, привет. Короче, нет ее. Да как нет-то? Ты только что сказал, что тебя нет. Гостиноу. Ну, блин. Есть я с вами, как всегда. Мы продолжаем проходить... Да. Silent Hill 2. New Edition. HD. Короче, ну, переиздание. Так, мне сейчас надо перелазить на клавиатуру. Да, ребят, не забываем. Что делать? Ставить Люба. Ага. Подписываться на канал. Ага. Оставлять ваши комментарии. И нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Все верно. Ну, а мы поехали. Так. По-моему, где-то что-то у меня здесь было. Точно. Что-то здесь было, да. Так, блядь, где я? Что я здесь делаю? Мы сохраняли тут. Отлично. А, мы приехали на лифте. Да. Тут мусорка. Свалка. Ой. А, я вспомнил, здесь будет рисоваться карта. Да. И тут пирамидки еще будут. Так, ты что тоже спойлеришь? Вот это он не может, да, прорезать? Так, просто взять. Надо специально эту штуку найти. Резалку. На тебе в спину. Куда ты попал, сука? Раскрывушка! Раскрывушка, блядь! Они шустро стали. Он решил так добить, он не стал это с ноги. Так, да я понимаю, что ранен. Че у меня тут сколько патронов? Так. Сред 105. Ну, он дробовик еще хватает. Так, дай мне вообще побегать, посмотреть, блин. Так. Так, если мы сюда пойдем. Мы сюда пойдем. Мы сюда. Блять, мы в тупик придем. Прикольно. Так, где там чопало это ходит? Пойдем. О! Отдай! Мне с упора нравится их убивать. Какой ты кровожадный. Блять, налево, направо, направо, налево. А я еще туда не сворачивал. Простите. Не простим. Много кашля. Блять, и здесь спуск. А здесь перейти просто, чтобы вот это вот не перепрыгивать, не перелазить. Ну, пойдем туда сходим. Ты чё, сука, живая, что ли? Да, кроме тебя. Тренирован. Смотри, чё встаёт? Ну, ещё, да, сиди. Ну, какая живучая архивушка. Нет, нет, это попочка. Это попочка. Это раскривушка. О боже, как я не люблю вот эту штучку. Загадку это? Да. А ты помнишь, как ее разгадывать? Надо поворачивать. А, здесь, да, все, вспомнила, к чему эта загадка будет. Да что, я сейчас не могу его поворачивать, я же думал повернуть его. Видим, рано еще. Чё ты ранит? Так, ты что делаешь? На стену. Чего? Я ничего не делаю. Такой звук был. Ты дж. Да нет, ничего такого не случилось. А, вот с этой стороны, видишь, надо подойти. Так, блядь. Сейчас начнем. А если мы это не сделаем? Будет другая концовка. Нам это надо сделать. Мы же с тобой идем на каноничную концовку, да? Да, давай, давай, жук делай. Жук делай. Делай жук. Наверное, так? Да? А по-моему, надо больше с зелеными глазками делать. Точно? Ну, по-моему, да.
что где-то зеленые глаза. О, зеленые. Ого. Пусто! Вообще пусто! Давай красненькие. Красненькие только что были. Значит, давай фиолет. Желтый. Давай синие. Давай синие, давай. Сейчас синие будут. Опять так же. Так, фиолетовый и желтый. Вот желтый, хорошо. Да, желтый, что там был желтый. Дверь на двери. Короче, ладно, осталось фиолетовое. Ну что там получилось? Ну да. Значит, либо голубые. А тут два красных и два желтых. Так. Тут морды. А, можно, чтобы морды еще все стали. Правильно. Можно вот так поставить. Чтоб он не с башкой был? Нет. Блять, нет. Если это вот так. Ну толку-то. Ты такая подсказчица сидишь? Блин, чё? Блин, это загадка, я игра не люблю, я не понимаю, что надо сделать. Так, надо понять, где сейчас эти двери. Двери, вон они сбоку. Сбоку. Потом. Потом здесь сбоку, видишь? По бокам. Так, значит, надо вправо крутануть. Вспоминается фильм Куб. Да. Чего у меня ничего не получается? Никак не могу я понять. Че? Никогда не могу я понять этого. А вот сюда сложно. Ура, бля! Ура, да, блин. Зеленый вниз надо повернуть было, вниз башкой. О, все. Машка? Тихо. You're alive? Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly. Глупыш. Maria, that thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator and then... James, what are you talking about? Just before... Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am, if you want me to be. All I want from you is an answer.
It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Just stay right there. I'll be there soon. Пойдем, придем ее и возьмем. Ах ты, извращушка. Я тебя накажу. А у нее трусики белые. Да где ты там их разглядела? Там темно. Разглядела. Я смотрел, не видел. Позорище, мужик не видел. Да. А ну, ладно, пойдем, надо наказать ее. Че, блядь, за звуки пошли нахер? Какие-то странные. Я тут думаю, как Машку наказать, а не тут, а вот. Кусачки. Ну, очевидно, для чего они нужны, да? А очевидно тогда туда, куда, зачем вели лесенки. Угу. Бля, ну мы сейчас пройдем. Если куда кусачки мы знаем нужны, 100%. Чуть мне кажется, или света, блядь, не стало? Ну, как темнее, да, мне тоже так кажется. Поэтому кусачки мы взяли. Чё, блядь, тут такое, думаю? Так, блядь! Ай! Иди нахер, я тебя не звал! Я не ожидала. Я тоже. Ты кто такой? Иди нахер, я тебя не звал. Бля. А! Вот что тут было. Тут камера пыток этого. Пирамидки. Да уж. Чё, блядь, у меня сейчас с ним битва будет. Я тоже есть этот. Да, я чё и хочу. Бля, кто круче? Хоть я бегать не могу, но где ты там, блядь? Иди сюда. Теперь я, блядь, пирамида. Нет, блядь, я короче... Я Джеймс. С этим, с тесаком охеренным. Блять, где ты там пирамид? Ой, идет. Чё, блядь, кто круче? Чё, сука? Он тыкается! У него копье. У него длиннее оно. Пока я замахнусь, блядь, он меня затыкает. Ой. Мне надо лечиться срочно. Чё-то копье-то у него какое-то. Убойное, сука. Не собираешься падать? Чё он не падает? Блять. Что он мощный тут? Вот так вот. Ладно. Поход дела мы его этой штукой не убьем. Ничего. Ты... Иди сюда. Мы терминаторами побудем, бля. Ту-дум! Ты еще присядешь или что-то? Он даже присесть не хочет. Ну, походим. Слушай, ты меня задрал. Мне вот чё, кое-что не жалко, так я же тебя замучу. Что ему похер, по-моему, вообще на всё. Он только ход замедляет. Ну,
он притормаживать начинает от этого. Просто от него убежать просто и все. Так это понятно, что от него убежать надо. А кто вообще ему так шлям? Оо. Там пирамиды идут. Тут эти. Да вы чё, Жирюги? Думаете, меня завалить что ли? Оп, блин. Так, ладно, они упали. Да. Я всё-таки пойду со своим оружием. Оп. Нахер идея. Мне надоело тут круги наматывать. Так, о, вот она лесенка. Все, пошли отсюда, да. Прими, прими по лесенку. Так, а если мы туда слезем? Блять, то мы сюда, по-моему, уже придем, да? Угу, там с другой стороны. Иди к черту! Ползай один тут, в одиночестве. Да, пошли, у нас есть кусачки. Блять. Я что, пробежал, что ли, лесенку-то? Стоп, поворотов. Вот, тут есть тоже лесенка, все равно. Погнали меня. Ох. Так, бля. Сейчас мы тут налюляшим кому-нибудь. Хотя нет, мы сейчас же это идем втыкать. Не втыкать, а резать. Кусать. Чтоб Марию наказать. Что-то мне уже так. Что-то мне так охота уже какой-нибудь наказать. К примеру, Марию. А чё Марию тебе охота доказать? А кого мне еще наказывать? Ну, папа, у тебя есть я. Ну тут же мне надо Марию наказать. Тут Джеймсу надо наказать Марию. Ну за Джеймса играю я. Ну так иди. Иди, он же будет наказать. Не люблю эту местность водную. Какие звуки, блин. Так, не здесь наверх вылазить. Там можно, конечно, в некоторых местах повылазить, патроны пособирать, еще что-нибудь. Ну, патронов. Еще, да? Да. Или здесь, или там надо было влазить. Я сейчас тут карту-то эту сразу рисовать. Блядь. Так, ты где это я вылез? Ну что ли я там? Нет, а, блядь, не там вылез. Так, блядь, где это я? Что за нахер? Замуровали меня. Ты походу что не там вылез. Я 4 стены и 8 стены. Да. Ладно, полезем не там, где. Надо, значит, там было. Где там? Что здесь надо было вылазить? Ну, давай здесь полезем. Все, лабиринты пока пройдешь, блин. Что-то направо, налево. Я пойду направо. То звуки-то страшные, слева были. Что, налево? Эй, ты где? Нельзя так легко. Чё, жива? Я убью. Мне надо было ползти, тут тупик. Ну надо было убить же. На... Звуки же страшные издавала она. Нет, ей ползти некуда. А, ну да. Чё так шлёпаешься сильно? Вот больше ты... не шлёпай. Так, сюда. Она не ушла. Я сюда сейчас залезу. Давай. Там было ещё куда-то идти, но надо залезть здесь.
тут еще какая-то. О, еще одна ходит. Что она за звуки здесь издавать начала такие? Это же попочка. Нет, это раскривушка. Это попочка. Раскривушка остается, если вам ползает. Это попочка. Вот. Раскривушки становятся попочками. Нет, наоборот, попочки раскривушки. Вначале попочка, потом становится раскривушкой. Да. О, блин. Отдыхай. Отдыхай, я сказал 100%. Да, звук очень неприятный. Катакомбы при всякий раз. Там еще походит. Я и... пока... Я вообще не знаю, куда идти. О, блядь, я что-то вижу. Патрон. Пистолета. О, стоять, 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 попка. Попочка. Вот такое. Надираю тут попы. Попочки. О, правильно иду, там пирамидка ходит. Значит, я правильно пошел. Я помню, где должен быть пирамидка. Вот, катакомба. Я только бы знать, дальше куда идти. Хорошее место. Лесенка. Лесенка есть. Так, блядь, я что-то вижу. Что-то я, блядь, я где-то вижу. Патроны опять. Чего не пистолеты дают? Ладно, побегаем с пистолетом, коли пистолет все дают. Сами намекают. Да? Так, значит, я сюда только за патронами залазил, да? Ну да, ты сказал, полазь, взять патроны. Я уже так смутно, видишь, помню. Не, это один ходит пирамидка. Мне надо, где их два ходят. А Мазила. Ты куда целишься, придурок? Бежим. О. Ссылка. И мы... И какая-то дверь. Значит, мы правильно идем. Вошли в дверь. Сейчас. Сейчас мы войдем в дверь. Давай, войдем туда. Да, давай войдем туда, давай войдем сюда. Давай. Давай войдем вдвоем, камон. Ну вдвоем это уже попахивает. Это уже там групповушка тут попахивает. Вот что-то нашел. На полу лежит газета. Она покрыта чем-то похожим на кровь и частично неразборчиво. Давай на стену читай у нас. Ты любишь читать? Читай что? Тут не видно, ты читай. Так и не читай. Человека, видимо. Тело человека. Тело человека позднее идентифицировано как Томас. Оро. Здравствуйте. Оро Кусаки. Было обнаружено что-то лежащее лиц. Чё? Лиц. Лицами, наверное. Но. Но дальше. Возможно, причиной смерти. Ставят что-то колотые. О, колотые там, наверное, да. Левой части торса. Остро заточенным оружием. Положительно. Время смерти? Смерти где-то между 3 вечера и 30 минутами первой ночи. Из-за наличия признаков приезда людей преступления полиция считает это убийство и... Тебя что-то не слышно стало? Ты тут? Тут я. Ты не пропадай. Кроме того, учитывая факт, что деньги не были украдены из квартиры,
мистер Оно был склонен к алкоголизму и насилию. Полиция подозревает, что мотивом стал не пройдешь, а личный контакт. Конфликт, наверное, да. Короче, там мужик какой-то был убит. И его пирамидка прикончил. А, вот куда мы идем. У меня всегда дверка эта прикалывала. Поймай меня, большая дверка. Ой, дверка меня поймала. Ну да. Опять меня поймал. Он в этом углу меня ловит. Я его с пистолета убил, круто. Ну, блядь, ну, сука, ебучая херня, ну, блядь, да. Мы же с телевизором, блядь. Да на, посмотри телек, ты же телек все время любил смотреть. Анжела, релакс. Don't order me around. I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same thing. You're only after one thing. No, it's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. You only care about yourself. You disgusting pig. Angela. Don't touch me! You make me sick. Said your wife Mary was dead, right? Yes. She was ill. Liar. I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never. Что все женщины в этой игре на нас орут? Да. Ну, то тут Мария, на него то... да, давят его. Видишь, тут угнетение, то, что женское, то, что женщина может его сломать. Тут получилось, то, что женщина сломает. Ну, ты же сама должна понимать эту игру. Я понимаю эту игру. Точно сильное влияние женщины на него как раз вот, что в этой части-то и показывается. Матриархат. Да, уж это точно.
О, висельники. Да. Давай читать что-нибудь личное письмо. Блять, я их так не люблю, это место. Вот это закрытым куском бумаги, на нем что-то написано. А человек обвинялся в поджоге, правосудие и месть решилось. Решились. Этот человек обвинился в похищении, правосудие и месть свершились. Можно мне почитать? Давай теперь ты. Этот человек обвинялся в фальшивом анечестве. Правосудие и месть свершились. Мне надо выбрать, кто тут этот. Не виновен. Да. Этот человек обвинялся в убийстве, правосудие и месть свершились. Ну, убийца-то само само. Этот человек обвинялся в мошенничестве. Еще раз мошенничество, правосудие и месть свершились. Так. Как-то два нет, машины. Там уже фальшивомонетчество было. А. Так это ж за это-то не убивает. Фальшивомонетчик-то. Этот человек обвинялся в воровстве. Правосудие и месть свершились. Мне кажется, фальшивомонетчество, что это? То, что он подделывал. А что я дернуть я не могу? А, мне надо другую комнату найти, за которую дернуть, да? А, там будет также расположено, надо будет не. Да, вот запомни первый ряд. Да, первая двери. Крайне слева. Угу. Ну вот я просто думал, что это фальшивый монетчик. Ну что это? За это не вешают точно. Надо какая. Либо я сдохну, да? Ну что, рискнем? Понятно? Рискнем? Я вроде говорю, что там вроде бы должно что-то такое произойти. Ну давай. А что там написано на стене-то? С потолка свисает петля. Потянуть ее. Нет, я не сдохну. Но мне сейчас надо туда бежать, да? Что написано здесь? Внимание! Столько чего безопасно сможет помочь тебе, дескать, ошибочно. Да тоже... Блять! Только... А! Безгрешно сможет помочь тебе здесь. Ошибочно дерни петлю преступника, и твоя награда вернется к тебе в весьма странной форме. Да. Но нам ничего не вернулось, видимо, мы дернули правильно. Так нам надо прийти туда. Но мы надеемся. Здесь же, как тебе сказать, это ведь не влияет на этот. Сука, нет, ничего не стало, да? Так же и висит. А я думаю, что за мошенничество. За мошенничество? Ну давай мошенничество. Ну вот. Вот моя награда пришла. Ой, даже две награды. Попка стала расплывшись. Обе попка стала расплывшись. Где ты там? Скрипишь-то. Посерединке. Мимо! Думаешь? Ну, раскрыв ушек еще. Сейчас посмотрим. Нихера. Вот на самое тяжкое убийство, я не знаю, у которого убийство, например. Воровство, это убийство. Угу. Это же монетчик, этот в поджоге, а этот в похищении. Может, поджоги? Может.
Джоги, это вот этот, по-моему, да? Да. Пошли проверять. Мне надоели попки эти появляться тут. Я тут вон... Попочки! Во! Во. Поджог, значит. Поджог. Да. Ну что, мог... Бумага, закрывшая лицо. Трупа лежит здесь. Видать, мне кажется, что этот поджог-то... Может, он нечаянно сделал. По неосторожности? Да. Ну ладно. Где ты видишь, все так, которые полноценно все делали? Специально. Да. Осознанно. Ну что же, идем дальше. Ну вот у нас ключ есть. Да. Где у нас там ключ прилетит? Наручников. Вот этот. Что, воротимся? Банам. Кручу, верчу, наебать хочу. Да крутил. Опять в катакомбу спустил. Закрыто. Значит, надо ключик. Значит, нам только сюда. Вот мы пришли к Машке. Мария? Бабочка у нее красивая. Мальчик. А лицо изуродовано. Мэри. Вот только хотел сказать про Мэри. Мне такое что дошло. Как он убил свою жену? Да, как у него все происходило, видишь? И в больнице он побывал, как раз потеряв-то там ее, как говорится, в безумстве. Потом убив ее. Понятно? Угу. Здесь, считай, вот видишь, как все идет-то, это просто это. Он заново переживает все то, что он натворил. Только в роли Мэри идет его, ну, идет Мария. Альтер-эго, так сказать. Птичка. А пирамидка, как его судьба? Совесть. Совесть, да. Так, ладно, мы пойдем сохранить. О, тут что-то начнем набрать можно. Патроны, наверное. Да. Ладно, пойдем сохранимся. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрайт 987. С вами был Нев. И Настя, но... Не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии и нажимать на колокольчик, не пропускать наши новые видео. А на сегодня это все. Всем пока-пока. Let's rock. Yeah.